Это место очень хорошее для жизни. Поэтому здесь мы имеем большую концентрацию археологических объектов. Сейчас здесь пустырь, недалеко небольшой поселок, но 2000 лет назад, по мнению археологов, на городище Культубе был целый город. И самое интересное, покоится по десятками этих курганов. Здесь захоронены жители Кангюйского государства. Ну, пока кучу сделайте. Кучу сделайте и обнажите контуры камер. Могильник Илыжар – место особо почитаемое. Кому принадлежит этот склеп, ученым еще предстоит выяснить. Они почти добрались до останков древних людей. Неподалеку от этого захоронения археологов ждал настоящий сюрприз – артефакт, который оставили здесь больше 2000 лет назад. В истории самого загадочного и таинственного государства Кангюй одним белым пятном стало меньше. Здесь, на глубине 1 метра, археологи обнаружили фрагмент древней письменности. Уже известно, что эти 5 знаков несут ценнейшую информацию. Ценный артефакт ученые теперь исследуют с особым интересом. Один знак на этом кирпичике может содержать целое словосочетание. Археологи уверены, находка прольет свет на культуру загадочных племен. За последние 12 лет это 15-я таблица с письменностью государства Кангюев. Кое-что уже смогли расшифровать. Здесь существует информация государственного значения. Фигурируют мощнейшие центры по тем временам. Самарканд, Бухара, Чач, вот, Кеш и другие. Титулы. Правители. Это важнейшая информация, которая прямым образом влияет на переосмысливание нашей истории, дополнение ее, расширение знаний. Полной неожиданностью стали еще несколько найденных артефактов. О жизни древних людей рассказывает керамика с арматскими знаками, концевые накладки на лук, игральные осыки. Мы с полной уверенностью можем говорить, что какая-то часть народного населения оседлого контачила очень плотно с арматами. Раз их керамика носит сарматские знаки. И что в составе государства Кангюй был мощный пласт, этнический пласт азиатских сарматов. Сейчас ученые исследуют остатки древней постройки. К раскопкам подключились и российские коллеги. Елена Переводчикова пытается хотя бы примерно воссоздать обнаруженное помещение. Понять, как оно выглядело, и узнать его точные размеры. Уже известно, это жилой дом 3 века до нашей эры. Здесь некий небольшой фрагмент, очень маленький фрагмент очень сложного чего-то, сложного сооружения. Вот уже удалось ступеньки найти. Вот еще здесь большие какие-то круги из пахсы, на которой некогда был кирпич. Поиски ученых продолжаются. Сегодня они обнаружили здесь редкую каркасную конструкцию из глины и сразу сделали предположение, у этих древних людей была сложная архитектура. Но это нас совершенно не удивляет, потому что люди, которые знали письменность, вполне могут додуматься до сложной архитектуры. Ценность находок исключительно историческая. Аида Манабаева буквально просеивает каждый сантиметр территории. Девушка ищет следы древнего поселения. К разгадке тайн подключили ее сокурсников. Мы углубляемся вниз, то открываем более ранние слои. Продвигаемся к этой печке, которая находится позади меня. Туннель роем в эту сторону, в ходе которого были найдены некоторые предметы обихода, керамика. В Южном Казахстане археологический сезон в самом разгаре, в поселке Сайрам. Это место уже стало самым популярным среди местных жителей. Здесь на глубине более 3 метров долгое время таился самый большой в истории Казахстана клад. 2600 серебряных монет, золотой браслет, серьги, кольца, слитки. Ощущения вообще непередаваемые, потому что это первая находка это в Казахстане. И тут мы нашли, это вообще классно. Ценную находку откопала археолог Жанна Сулейменова. На уникальных артефактах девушка заметила необычное изображение. Теперь она предполагает, сокровище поможет внести новые данные в историю становления казахского ханства. На монетах изображены с одной стороны суры Корана, а с другой портрет правителя того времени. Поэтому мы сможем определить, в какой период они были сделаны. Может быть, монеты привезли сюда. Это будем еще выяснять. Найденный клад сейчас исследуют ученые в Санкт-Петербурге. Оказалось, под землей хранилась настоящая сенсация. Сокровище в Сайраме спрятал потомок великого Тамерлана, Улугбек, еще в 1425 году. Сейчас археологи даже боятся предположить стоимость этих богатств. Уже специалист сказал, что в этом кладе есть редчайшая монета Тамерлана, чеканенная в Сирии в свое время. Это так называемая монета чрезвычайной редкости. И они очень большую стоимость имеют, сколько как металл. Серебро, а сколько как своего чекана. Имеется на чекана, то есть на чекана Шахруха. То есть, когда принимает монеты, монетный двор принимает сын Тамерлана Шахруха, он, например, свой штемпель ставит. Вот такие вот интересные моменты есть.
Восстановить подлинную историю Казахстана, собирать по крупицам культурное наследие. Такую задачу недавно озвучили перед учеными на первом заседании межведомственной рабочей группы по изучению национальной истории. Полностью пролить свет на происхождение уникальных артефактов из Южного Казахстана ученые пока не могут. Некто из далекого прошлого поставил на редкость непростую задачу. Но, безусловно, археологические находки этого сезона внесут новые данные в летопись национальной истории Казахстана.